Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Если что, Арслан, привет. Играю в Hearthstone, профессионально играю в Hearthstone и проигрываю. Тоже профессионально, кстати говоря. Бухал? Не, не бухал. Я на шашлыки ездил. Блин, ладно, это не звучит как оправдание, но не бухал. В смысле не бухал, зачем ездить на шашлыки тогда? Ну, с ребятами встретиться, во-первых. Вон, Саня позвал. Блин, а вот насчет бергеров. Там я мясные лавки ел. Вот, и я там взял чили-бургер. Мне, честно, не особо понравилось, что... Ну, то есть, мне говорят, а что ты ждал? Типа, ты взялся чили-бургер. Но там вот идет булка, ну, короче, вот так, булка-булка. Вот так идет котлеты. И вот так вот чили-паста просто, вот, в два раза больше. А у нее текстура такая не очень. Вот, но крылышки понравились. Я бы то хотел только крылышки есть. Кстати, все стрим был. Это где это? Когда Саня стримил? Там уже все больше на нем, значит, лавры все ему. Где-то у нас была уже токи, по-моему, через вот этот вот. То есть я отсюда, получается, делаю спел, драконы есть, получается, делаю вправиться, прокает землеплав, и второго землеплава забираю, начинаю в руке бафать. Так выходит? Не понял. Не понял, ребят. Три за бафом. Арслан, ты не записывал обзор на Савки в Питере. Это же облом, кто делал? Окей, поехали. Сейчас будет хорошо. На следующий, смотрите, левел-обилка. Вы записываете, ребят? Сейчас будет жесткий следующий ход-мув. Левел-обилка. Продал голована, упал трипле дракона Мурлока, либо... А есть там тройки, что-то прикольное для меня? Ну, тройки, наверное, какие-то есть. Там, собиратель тот же самый. Вот, короче, продаю голована, либо прокает крутая тройка Мурлок, либо собирается трипе дракона Мурлоком. С трипе дракона Мурлока, если он соберется, прокает сразу пират 4-6, а потом с обилки прокает еще один наказ, пират 4-6. И в итоге я сразу двоих забираю, и нормально. Следующий ход будет просто жалким. Никто больше не описывает Арслан позор. Только не после этого мува. Сейчас будет просто такие, вау, как так, что? Ничего себе, вау. Так сильно, так классно. Хоп. Хоп. Сейчас что-то будет. А, блин. Ну, блин. Фак. Просто можно было такую грязюку сделать, жесткую прям. Нереальную грязюку. Если бы это был пират 4-6, допустим. Нормально, ребят, нормально, все равно нормально. Все хорошо, ребят, все не очень хорошо. Ну ладно, тактика лус. Тактический вуз пошел.
Банане. На характере взять, просто поражать левел и пофиг на все. Я никого не боюсь. Let's go. Пиу. 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 Let's go, ребята. Демон, который потихонечку бафается, становится мощной картой. И сручи хватает, чтобы карту побить, и еще и выстрелит хорошо. Так, забрал. Чайный сервиз. Очень крутая штука в данной ситуации. Даже не представляется, насколько. Он еще даже эту штуку не бафает, он типа шарит. Ну шарит, что надо бафать, вот именно вот это вот. А почему сначала не поставил пиратку? Куда не поставил? В смысле, она нам дала спелл, то есть, чтобы она дала спелл, нужно было... Короче, ничего не понял. Да. Не надо. Я бы, наверное, пока тебя забрал. Два-два есть. Хуже, чем то, что было. То есть четверки он 3-3 давал. Эта штука 2-2 дает. Но это соты. Ну, наверное, это лучше, да? Оп. Два шмырлока. Хочу ли я продать что-то, чтобы сразу купить? Просто что продавать? Продавать нужно дракона Мурлока. Не хочу продавать, сливаться. Почему нету два? Потому что это монеты, плюс отсюда может упасть, не знаю, какие-то раскопки могли быть, могла быть Мурлок 4-4. У этого куда больше потенциала. Если типа все бояться и не пытаться хоролить, играть слишком зажато, ты не будешь хоролить. Ну, очень сильно. Надо этой штуки добраться каким-то образом. GG, не получилось. Ну, прикольно. Где шестерки нашел? Работа с другом. Ну, тем более, типа, здесь вода бы вообще никак не затащил. Ауф. Ауф. Так, ну это не вау, конечно. Хотя, может, забрать, это пойдет, но... Пока немножко рановато, конечно. Ну-ка. Ладно, не ну-ка. Нала была бы очень хороша, прикиньте, два вот таких вот моряка и плюс Нала. Я хочу все еще этого моряка забрать, я думаю, мне остается. А еще, кстати, Мурлок 8-5, чтобы работал Мурчали, тоже было прям офигенно. Насчет Синегрива вообще не уверен.
Я не хочу просто эту штуку продавать. Гуляй. Нет, ты гуляй, нет, пусть он гуляет. Смотрите, нахожу моряка, триплет и с обилки нахожу налу, и поехали. Стрела тоже под налу был оставлен. Оп. 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 Ну и все, готово. Так, еще налу, да? Как нет? Ладно, соберем эту штуку, она не особо нужна просто, но полагаю, пусть будет. В идеале, конечно, брана оставить, если можно, потому что под брану я смогу крутить карты. Крутить карты, это у меня будут... Ну, типа, выкупаешь карты, которые будут под браном, которые будут плюс-минус дешевые, либо бесплатные, и моряк будет таким образом давать карты, то есть тебя продать на следующий и просто с этим раскрутиться. Места нет. Ну да, мы на лас этап через моряка. Хз, значит, тебя... То есть это вот троица точно остается. Насчет остального, ну, то есть ты тоже хочешь это все бафать. Бран, по идее, должен работать с моряком, чтобы мог крутить карты. Раскопки там разные, вон Мурлока, допустим. Панду, эту штуку там 3-3, если это рифов. Еще там что-нибудь найти. Короче, наша задача крутить карты, выкупать карты, чтобы моряк работал. Так, ну мы большую карту отсюда воскрешаем. Прям очень большую. Арслан, а ты же калмык. И Кирсан Лимжинов тоже калмык. Откуда у вас такой шахматный склад ума? Что-то у тебя выборка не очень большая. Что-то мало как будто. Ох, ребята. Пау! А, блин, я должен... Сейчас я должен так начать делать. Активейшн не дали. Давай так сделаем, окей. Голды сколько будет следующий ход? Кольцо раковин. Блин, и что делать? Пошел вон отсюда тогда.
глаза! Вор. Я бы лучше сказал, мне это здорово. Как говорится, всегда есть куда стремиться. К золотому брану? Хопа! Хоп! 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 Хопа! Хопа! Хоп! 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 Хопа! Хопа! Хоп! Хоп! Кто пишет хоп, дурка? Хоп! Хоп! Ты кого собрал? А, не, нормально, нормально, нормально. Хоп! Секундочку. Кто? Что я сделал? Хоп. Блин, мне-то надо. Окей, что-то нало не помещается. Сейчас золотая. Ну, в смысле, надо начать ее дойти, да и все равно особо не помещается. Но мне надо. Мне нужна золотая нала. Главное забрать, а дальше что-то придумаем. Ребята, вы же тоже говорите оп, когда я что-то карты играю, правильно? Или вы новички? Можно собрать и на один ход покрутить и продать. Нал золотую. Хоп. Так, сейчас, ребят, жестко думаем. Жестко думаем. Все, подумали. Пока. Так, отца поставил, дал актив... Не понял. Ну, я. Не, ладно, нет, все равно нет. Ё-моё. Ну почему так везет?
Ай-ай. Ну все, не разыграть, ребят. Все дали, все дали. Все... Слишком богатый, слишком все есть просто. Какой кошмар. Так, ладно, забрал. Оп. Оп. Тут активация может прокнуть. Давай так-то сделаем. Тактика лут. Больше-то не даю. Ладно, ребят, все ок, броню оценил. Форс этап. И, кстати говоря, чел вот был супер слабый. Как ты ничего с ним сыграл? Это вау, это очень повезло. Мне кажется, он в разы тебя сильнее. А, ну вот, понятно, он от бота просто отлетел. Там просто Рено уже на лопатках валялся, он такой: добейте меня. Ну как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.